Как создать ферму и получить прибыль уже в первый год? О развитии ПК региональным предпринимателям рассказал сегодня глава Национального союза производителей говядины. Роман Костюк презентует инновационную модель на основе кластерного подхода, в которой мелкие фермеры весной получают отел, а осенью передают бычков крупному предприятию. Те получают скот и говядину в единых стандартах качества, ведь сервисное сопровождение ведут средние компании. Такая кооперация заработает, у нас уверены организаторы встречи. Инвестагентство Тюменской области. Мне вообще приятно находиться в Тюменской области, поскольку это один из самых передовых регионов России, который всегда ищет что-то новое и всегда подбирает такие возможности для развития социально-экономического и экономического благополучия своих территорий, которые потом становятся примером для всей России.